Привет, я Лунтик, я снова с вами. Никаких проблем. Сегодня в лесу целый день будет ясная теплая погода. А теперь объявление. Мила, давай. В 5 часов в саду состоится ярмарка овощей, фруктов и цветов. Приходите, будет вкусно и весело. 5 часов, ярмарка. Записал. Друзья, ровно в 5 на большой поляне начнется бал. Вход свободный. Ага, бал. И тоже в 5 часов. Значит так, в 5 часов на пруду регата! Ну, в общем, соревнования на плотах и иных плавсредствах. Во, будет круто! Регата. И снова 5 часов. Ничего себе! Полундра, все на борт! Лунтик, ты это слышал? Регата тоже в 5. И куда мы пойдем? Так, надо подумать. Все на ярмарку! Вам вон туда! Поняли? Поняли! Ну уж нет! Хитренькая какая! Вам сюда, а не туда! Не слушайте их! Все на регату! Ах так! О, еще одно объявление! Это уже 10-е! Ярмарка! Решено! Пойдем на ярмарку! А тут снова бал! Или все-таки на бал? Я устал! Давай посидим! Ты что? Хочешь, чтобы на нашу регату никто не пришел? На регату тоже хочется. О чем тут думать-то? Конечно, на регату! Друзья, не слушайте гусениц! Все на бал! Все на бал! Все на бал! Ловите! Это вам! О, смотри, пригласительный билет! На ярмарку! И у меня пригласительный! Вот здорово! Так нечестно! Тогда я! Позвольте вас пригласить, сударь! Лунтик, это потрясающе! Я танцую! Я лечу! Все пропало! Угощайся! Это дегустация! На ярмарке тоже можно будет пробовать и ягоды, и фрукты, сколько влезет. Подумаешь, у нас тоже дегустация. Внимание, всех желающих прокатим на плоту. Подходим, не стесняемся, только у нас. Бал и на ярмарку, и на регату. Хочу! Так ведь это легко устроить. Правда? Да. Но как? Надо договориться. Ярмарка в 3, бал в 4, регата в 5. И никаких проблем. Ура! После ярмарки обитатели леса станцевали на балу, а затем все вместе отправились на регату. И никому не было обидно, что он что-то пропустил. Привет, я Лунтик, я снова с вами. День космонавтики. Я родился.
Лунтик уже встал? Я не встал, а упал. Мне сегодня опять снилось, как я падал с луны. Слушай, тебе уже неделю снится этот сон. Это наверняка что-то значит. Я знаю, что. Когда-то ты упал с луны на землю вот в этой скорлупе. Точно! Это было так давно, что я и забыл. А мы никогда не забудем день, когда у нас появился внучек. И наступит этот день через неделю, поэтому тебе и снится луна. А вокруг звезды и кометы. Я слышал, там не ходят, а прыгают. Меня она всегда притягивала. Жаль, что я плохо ее помню. Так, решено. Мы отправим Лунтика на Луну. А как же он вернется обратно? Он упадет с Луны так же, как сделал это когда-то. В тот же самый день и в той же самой скорлупе. Раз у него получилось в тот раз, получится и в этот. Я полечу на Луну. Вот это новость! Ура, вот все обрадуются. Это непростая задача, Лунтик. Дяде Корнею нужно успеть построить ракету. А тебе нужно будет пройти суровую подготовку перед полетом. По моим расчетам, Лунтик будет на Луне уже завтра. Смотрите, вон он! Какой же он потрясающий! У него будет 2 дня до того момента, как он должен будет упасть с Луны обратно. Спасибо, что связала для меня этот скафандр, бабуля. Друзья, мы провожаем в полет нашего дорогого Лунтика. Когда он упал с Луны, наша жизнь изменилась. Мы стали добрее, веселее, дружнее. Вернешься? Мы будем тебя ждать. Не пропусти лунный день, когда надо будет упасть обратно. Приготовиться к полету! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Улетел! Наш Лунтик улетел! Лунтик? Привет, я упал с Луны. Скорее с ракеты! Что за дела? Ты почему не улетел? Ты же так хотел! Да, хотел, но потом я подумал, а вдруг у меня не получится вернуться обратно, и тогда я вас больше не увижу. Лучше никогда не побывать на Луне, чем потерять вас навсегда. Ох, Лунтик. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Любимый танец. Это не пластинка, а просто невидимка какая-то. Куда же она подевалась? Ой, Кузя, а это что? Лунтик, это же мои бутерброды. А как она сюда попала? Наверное, проголодалась. Наверное. Давай репетировать. Ха.
хочется так кружиться. На выступлении будет еще накидка с огоньками. И... Лунтик, тебе доверили представлять наш лес. Все надеются, что ты хорошо выступишь. А у тебя танец шурупа. Нужен современный танец. Пишет, что в наши дни танцуют под робота. Но я не хочу быть роботом. А победить в конкурсе хочешь? Тогда придется через «не хочу». Движения такие. Мне не нравится этот танец. Главное, чтобы другим нравился. Танцую для тебя после выступления. Так хочется покружиться. Конечно. У меня и накидка с собой. Слушайте, слушайте, мы все узнали. Вы выступаете после жучков из соседнего леса. Быстрее за кулисы. И раз, и раз. Это сюда, это сюда. Так, а где танец роботов? Ребята, у меня нет пластинки. Как нет? Не знаю. Я ее потерял. Как же я буду танцевать? И, наконец, последний номер нашей конкурсной программы. Выступает представитель нашего леса Лунтик. А в пакете с бутербродами смотрел? Да смотрел, смотрел. Занавес. Ну, Кузя, ставь пластинку. Надо начинать. Тишина, когда танец кончился. О, пластинка! Я ею эту полянку пометил, потому что здесь много земляники. Но чтобы найти потом... Ах! А кто будет принимать кубок самого лучшего танцора? Самого лучшего? Конечно! Твой танец необычный и всем понравился. Ха, ничего не понимаю. Лунтик потом еще много раз танцевал свой любимый танец. Все были от него в восторге, и не беда, что танец не очень модный. Зато Лунтик делал это с чувством и наслаждением. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Путешествие во времени. Моя очередь бежать за Воланчиком. Чего это моя? Я в прошлый раз бегал. Вупсень, иди скорее сюда. Что тут у тебя? Смотри, это же настоящая машина времени. Чего? Какая еще машина времени? Я в книжке читал. Там такая же машина нарисована. И на ней в будущее можно летать. Вот. Ого! Так полетели! Вупсень! Пупсень! Вы где? Тихо! Не отзывайся! А то еще Лунтика с собой в будущее брать придется! Хм, куда же они запропастились? Все, ушел! Конечно, совсем другие места. Смотри, тут был один куст, а теперь три. Ага, и три ко мне. Что это такое? Не знаю, пойдем посмотрим. Ура! Мы в будущем!
умоляю, простите. Прощаю! Ура! Я прощен! Кажется, мы попали в прошлое. Я в книжке читал, что в древние времена могли на костре зажарить. Хочу домой. Быстрее в нашу машину времени. Машины нет. А это точно та поляна? Конечно. Смотри, вон наши ракетки валяются. А я говорил, надо было машину спрятать. Ничего ты не говорил. Побежал, выпучив глаза. Мы в будущем, мы в будущем. А сам-то тоже выпучил. Бежим! Нас выследили! Пупсень, Пупсень, стойте! Не трогайте нас! Вы свои! Куда же вы? Подождите! Я не хочу жариться на костре! Я не хочу! Я еще больше не хочу! Привет! Еле догнали! Что вы удираете-то? Мы вас хотим на карнавал пригласить! Какой еще карнавал? Откуда мы знали, что вы какой-то карнавал придумали? Вот именно! Не какой-то, а тематический! По мотивам древних времен. А сообщить-то сложно? Так я вас по всему лесу искал. И как вы могли подумать, что моя стиральная машина – это машина времени? А вот куда эта машина пропала, а? Может, она и не стиральная? Ха, я тележку взял и домой увез. Тяжело было тащить. До сих пор никому не удалось изобрести машину времени. Несмотря на это, гусеницы все же смогли побывать в прошлом хотя бы понарошку. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Первое задание. Лунтик, теперь твоя очередь бежать за мячом. Хорошо, Кузя. Здравствуйте, дядя Шнюк. Привет, Лунчик. Как красиво! Вот если бы я мог рисовать так же, как вы. Ну, для этого нужно очень хотеть научиться, много тренироваться. Дядя Шнюк, может, вы поучите меня немного? Я очень хочу научиться. Пожалуйста. Если ты так хочешь, вот тебе первое задание. Нарисуй, скажем, этот мяч. Мяч? Проще простого. К завтрашнему дню я его нарисую. Приступим к рисованию. Привет, рисуешь? Ага, хочу научиться. Дядя Шнюк дал мне первое задание. Мяч нарисовать. Понятно, тебе Мила книжку передала, которую ты просил. Ну, пошли? Куда пошли? Как куда? На Большую Поляну, в футбол играть. Мы же вчера договаривались. Договаривались? А как же задание? Ну, ты можешь и потом нарисовать. Ладно, немного поиграю и вернусь рисовать. Ой, я совсем забыл про задание. Я домой! Мне надо задание выполнить! Как вкусно пахнет! Бабуля испекла мои любимые булочки!
А как же задание? Ладно, сейчас одну булочку съем и нарисую. Булочки такие вкусные! Кушай на здоровье. Сейчас по дороге домой встретил Шнюка. Он сказал, что ты рисованием увлекся. Ага, ой. Шнюк зайдет сегодня вечером посмотреть, как ты выполнил первое задание. Надеюсь, ты его удивишь. Ой, 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 ой. На подоконнике слишком темно стало. Ой. Какие смешные картинки. Войдите. Привет. Привет, Шнюк. Давай за стол. Может быть, сначала посмотрим, как Лунтик выполнил задание. Давайте. Я уверена, что он все сделал на отлично. Думаю, ты будешь гордиться таким учеником. Привет, Лунтик. Ну, показывай свой шедевр. Спрятал за белым листиком, чтобы устроить нам сюрприз. Опля! Я ничего не нарисовал. А говорил, что нарисовать мяч проще простого. Я хотел с самого утра, но пришел Кузя, и мы пошли играть в футбол. Потом бабуля испекла пирожки, а потом я увлекся книжкой. В том-то все и дело. Если хочешь чему-то научиться, нельзя ни на что отвлекаться. А иначе ничего не выйдет. Дядя Шнюк, я все понял. Я теперь ни за что не буду отвлекаться. Шнюк остался доволен своим новым учеником. А Лунтик понял, что для того, чтобы чему-то научиться, нужно уделять этому много сил и внимания и ни в коем случае не отвлекаться. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Радиопередача. Лунтик, привет! Пойдем в бадминтон играть. Привет, Кузя. Смотри, какую книгу мне дал Корней Корнеич. Занимательная техника. Видишь, это радио. Ого! Представляешь? Мы с тобой можем рассказывать что-нибудь интересное, а все в лесу будут слушать. Это называется радиопередача. Ничего себе! Слышал? Какая это радиопередача? Что? А ты знаешь, как делается это радио? Я думаю, можно смастерить его с помощью наших колокольчиков. Здорово ты придумал! А давай по радио расскажем про наши приключения. Точно! И назовем передачу «Приключения друзей». Мы тоже хотим участвовать в радиопередаче. Мы будем петь. А разве по радио можно петь? Конечно, можно. Мне такие глупые, чтоб с малышней играть. Траву мы лучше будем есть, чтоб бабочкам мешать. Нет, по радио нельзя так петь. Лучше вы что-нибудь расскажите или... Ну уж нет, мы петь хотим. Пойдем, Пупсень, они ничего не понимают. Я не хочу уходить, я хочу петь. Пойдем, пусть они делают радио, а мы потом все равно устроим песенную радиопередачу. Ой, а что вы делаете? Мы готовим радиопередачу. Как здорово! Здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем про воздушный шар. Мы вам расскажем про воздушный шар. Мне такие глупые, чтоб с малышней играть. Траву мы лучше будем есть, чем не стать. А вот другая история. Однажды мы с Лунтиком
Лунтик, Кузя, в вашем радио что-то сломалось. По нему выступают гусеницы. Как это у них получается? Хм. У меня есть план. Идемте, по дороге расскажу. Мне такие глупые, чтоб с малышней играть. А, смотрите, что это? Где? Где? Мы ничего не видим. Что ты увидела, мила? Вон там, над травой. Я ничего не вижу. Здравствуйте. Сейчас вы услышите радиопередачу «Приключения друзей». Как-то раз я, Кузя и Пчеленок решили достать с неба звездочку. Лучше остановись. Чтобы подарить ее. Мы все равно тебя догоним. Ай. Догоним и заберем его. Мы поднялись в небо на воздушном шаре. Мы поднимались все выше. Мы тебя и выше. Все равно поймаем. Мне такие глупые, чтоб с малышней играть. Ой, ай, ой, ой, ай. Мы прилетели траву с кучей мы лучше будем есть. Чтоб бабочками стать играть. Ой, ай, ой, ай. Что здесь происходит? Мы хотели устроить радиопередачу, а они... Мы тоже хотим выступать в передаче. Они говорят, что по радио петь нельзя. Конечно, нельзя. Подождите. По радио можно и рассказывать истории, и читать стихи, и петь. Я же говорил. Но сначала нужно все хорошенько отрепетировать. Ведь это большая ответственность выступать перед столькими слушателями. Хотите, я вам помогу? Конечно, хотим! Да, хотим! Дядя Шнюк помог ребятам подготовить радиопередачу, в которой Лунтик с Кузей рассказывали занимательные истории, а гусеницы пели в музыкальных паузах. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня впервые вы услышите занимательные истории и веселые песни. Мы хорошо себя ведем и дружно песенку поем, и даже травку не жуем, ведь песенку поем вдвоем. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Концерт по телефону. Ты что здесь делаешь? Слушаю. Такая красивая музыка. А вы не могли бы еще раз сыграть? Пожалуйста. Нет, я не могу сейчас. Мне надо того. Мне надо пойти ее записать, чтобы не забыть. А завтра вы будете играть? Если погода будет хорошая. Добрый вечер, дядя Шнюк! Я рассказал друзьям, какую красивую музыку вы играете. Мы пришли вас послушать. А? Да. Да, конечно. Сейчас. Ай! Дядя Шнюк, а почему вы убежали? Я стесняюсь. Не могу играть, когда собирается столько народу. Хорошо, хорошо. Вы не огорчайтесь, дядя Шнюк. Мы больше не будем вас беспокоить. Что-то мне не нравится эта затея. Почему? У дяди Шнюка такая красивая музыка. Только он стесняется. Дядя Шнюк идет. Прячемся. Дядя Шнюк, простите, мы только хотели послушать вашу музыку. Извините нас.
Ничего, ребята, я не сижусь, я лучше пойду. Как же нам послушать музыку, дядя Шнюка? А может, ну ее, эту музыку? Да что ты, Кузя? Она такая красивая. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Мы не такие глупые, что бегать и скакать. Вот да эту музыку я уж точно слушать не хочу. Я сейчас попрошу гусениц не шуметь. Ля-ля-ля-ля-ля. А их здесь нет. А, это они на своей поляне поют. Мы их по телефону услышали. Хорошо, телефон легче заткнуть, чем гусениц. Ребята, я придумал! Мы тоже можем слушать дядю Шнюка по телефону. Лунтик, ты гений! Алло, ну как? Отлично слышно! Кто знает, может, когда-нибудь Шнюк станет меньше стесняться. А пока, благодаря выдумке Лунтика, все могут послушать прекрасную музыку по телефону. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ветер все быстрее и быстрее нес корабль по волнам. Брызги обрушивались на капитана, но он продолжал стоять у руля. Осторожно, пирожки. Деда, а дальше? А, да, так закончилось его плавание. Все, пора пить чай. Вот бы и нам так плавать. Кораблик. Так, давай посмотрим, из чего можно сделать корабль. Вот его основа. Похоже на большое корыто. У Бабы Капы есть такое. Так, мачту можно сделать из цветка. А парус из лопуха. О, это похоже на метлу. А это на паутину дяди Шнюка. Тогда за дело. Ага, только надо взять тележку у дяди Корнея. А то мы все это не унесем. Спасибо, дядя Корней. Все собрали. Здорово! Теперь можно отправляться в плавание. Плавание? Лунтик, надо было сразу строить корабль у пруда. Теперь придется его тащить. Ветер все быстрее и быстрее нес корабль по волнам. Брызги обрушивались на капитана, но он продолжал стоять у руля. Лунтик, стой! Мы забыли руль. А может, вот это подойдет? Нет, он должен быть большим. И не бьющимся. И твердым. Ох, ребята, боюсь, у меня такого нет. Пойдем на улице поищем. Смотри, Кузя! Вот что подойдет. Здорово, что баба Капа дала нам баранок в дорогу. А где же парус? Может, его ветром сдуло? Ну ничего, новый найдем. Хорошо, что эти лопухи везде растут.
Я все. Я тоже. Думаю, мы заслужили съесть по баранке. А где они? Может, их тоже ветром сдуло? Пойдем посмотрим. Вдруг они где-то недалеко. Лунтик, подожди. Забудь про баранки. Я думал, ты расстроишься. Не, нам и без них будет весело. А этот лопух не хуже баранок. Так это вы съели баранки и парус? Это же наш корабль! Корабль? Да это же просто корыто! Да! Оно у вас потонет! Откуда вы знаете? Да, мы его еще и не проверяли. Корыто! Оно и есть корыто! Стойте! Ой! Куда вы? Спасите! Помогите! Там впереди пруд! Покинуть корабль! Смотри, Кузя! Наш кораблик плывет! Точно! Ура! Ветер нес корабль все быстрее и быстрее. Смотри-ка, плывет! Капитан продолжал стоять у руля и управлять своим кораблем. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Наконец-то очистила. Вот это блеск! Блеск. Баба Капа, можно я тоже что-нибудь почищу? Можешь почистить этот кран. Деда Шер, можно я почищу раму картины? А? А можно, можно, Лунтик? Деда Шер, можно я еще что-нибудь почищу? Чисти, Лунтик, только не мешай. Лунтик, что ты делаешь? Я просто решил почистить подзорную трубу. Ее нельзя так чистить. Ты поцарапаешь увеличительное стекло. Да? Ну ладно. Пойду на улице что-нибудь почищу. Что же можно почистить до блеска? А если раковину рака почистить. Ого! Вот здесь точно нужно почистить. А! Что это? Где я? Помогите! Это ты пруд будоражишь! Опять всем мешаешь! Простите, я хотел крышу почистить. Ай-яй-яй! Что за шум? Ах,
Что это с моей крышей? Что случилось? Здравствуйте, Пискарь Иваныч. Я чистил крышу тети Моти. Вы представляете, что произошло? Кажется, я представляю. Похоже, кто-то заигрался и чистит все, что попадается ему на пути. Простите, я больше ничего не буду чистить. Слушай, Лунтик, а не мог бы ты почистить наши большие часы на площади? Часы? Конечно! Он все испортит! Не думаю. Готово! Теперь у Лунтика полно вещей, которые можно начистить до блеска. А главное, все этому только рады. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Колесо. Не поймал! Я здесь! Не поймал! Я здесь! Не поймал! Осторожно, Лунтик! Там колодец! Вот ты где! Ой! Что это такое? Ну-ка! Кузя, помоги! Ой! Это колесо! Давайте придумаем, что с ним делать! А давайте... Давайте его к колодцу приладим. Точно, оно будет наматывать веревку с ведром. Ага, взяли. Стойте, его же можно катить. Вот почему оно тут валяется. Оно может ехать только по кругу. Я, кажется, понял, как надо. Берем и катим. Получается. Что дальше? Привяжи к палке. Лунтик, давай! Как медленно! Просто Лунтику одному тяжело! Поехали! Еще немного! Вот, только это очень долго! И тяжело! Лучше придумать с колесом что-то другое. Хорошо, может лучше... Я так не играю, моя очередь придумывать. Ладно, давай. Нужно вынести колесо на солнечное место. Все, кладите колесо так, как мы его нашли. Ой! А что дальше? Смотрите! Ну и что? Видите эту тень? Ну, видим. У нас получились солнечные часы. А как ими пользоваться? Ну, например, можно поставить метки. Когда тень будет здесь, пора просыпаться. А здесь завтракать, а здесь гулять. И что? Мы так целый день и будем сюда бегать, чтобы узнать, когда нам есть и гулять? Ну, а что ты предлагаешь делать с колесом? Конечно, кататься на нем! На старт! Внимание! Пуск! Хе-хей! Педали, как я! Посторонись! Ой, ой! Кузя! Мила, бежим за ним! Помогите! Остановите меня!
Вы чего? Что за дела? Да, вы придавили нашу траву! Простите, мы нечаянно. Сейчас мы все поправим. Вот, будем держать колесо на этой палке, чтобы еще чего не случилось. А больше и не случится! Вот вам! Да! Нечего давить нашу еду! Не вытащить! Жаль, так ничего с колесом и не успели придумать. Смотрите-ка! А что если вот так? Здорово! Мила, садись! Ура! Вот как с помощью Вупсеня и Пупсеня получилась настоящая веселая карусель. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Веселая работа. А? Эти все работают, а? И как им не надоест? Да ну их, зануды. Ага, а? Особенно тот с тетрадкой. Я тут, а я здесь. Догоняй! Я тут! Догоняй! А я уже далеко! Лунтик, я здесь! Ку-ку! Лунтик, догоняй! Ха! Давай мы с ними поиграем! Лунтик! Мы тут! Ой! Сюда! Сюда! Лунтик! Сейчас поймаю! Выпустите меня! Мила! Куда побежал Лунтик? Туда! Лунтик! Лунтик! Как мы здесь Лунтика найдем? Я здесь, Лунтик! Лунтик! Лунтик, подожди! Вернись! Мы здесь! Лунтик! 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 А я здесь! Кузя, Лунтик, вы где? Лунтик! Не поймаешь, не поймаешь! Мила! Где вы все? Лунтик! Вы где? Промахнулся! Смотри, куда падаешь! Чего? Бежим! Сейчас догоню! Ага! Как же! Кузя, Мила, вы здесь? Лунтик, сюда! Мы тут! Вы где? Мы здесь, Лунтик! Попались! Ой! Ой! Пошли отсюда! После игры надо поесть! Да! Ой, здравствуйте! Лунтик! Ты нашелся! Что ты наделал, Лунтик? Мы столько трудились! Да игрались! Я не хотел, я не видел! Извините, я все исправлю! Мы поможем Лунтику! Хорошо! Втроем вы, пожалуй, успеете сложить все до вечера! А мы пойдем! Нам нужно еще собрать яблоки. Как же это долго и скучно все собирать. Не расстраивайся, Кузя. Когда все здесь соберем, пойдем играть опять. Да, ночью поиграем. Ой, ого, Кузя, я семечко поймал. Поймал? Угу. Ух ты, здорово, лови еще. Поймал, я поймал. Ура, здорово, лови еще. Поймал. Ух ты! И мое лови! Ой, поймал! Здорово!
так быстро собрали одну корзину. Здорово! Мне так понравилось собирать. Лови! Все. Ого, молодцы! Вы уже все собрали. Да, нам было весело работать. Ну что ж, такие работники, как вы, заслуживают награды. Ой, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ух ты! Лови, Кузя! Вот так друзья узнали, что даже скучную работу можно превратить в веселую игру. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Доброе утро! Доброе утро, Лунтик! А что это ты пишешь? Это список того, что я хочу сегодня сделать. А что? Список помогает? Конечно, с ним гораздо удобнее, ничего не забываешь. Список. Что ты рисуешь, Лунтик? Бабуля, я тоже сделал свой список. Вот, смотри. Я хочу поиграть в жмурки, в мяч, поделать куличики, покататься на горке и навестить Клаву. И ты все успеешь? Я постараюсь. Прямо сейчас и начну. Только про обед не забудь. Не забуду. Я его тоже в список внесу. Обед. Лунтик, баба Капа волнуется. Уже давно пора обедать. Лунтик, что же ты про обед забыл? Я до обеда столько всего хотел сделать, а успел только в жмурки поиграть. Может, ты слишком сложный список составил? Ничего, вот пообедаю и обязательно все успею. Буду быстро-быстро все делать. Так, в жмурки я уже поиграл. Теперь надо поиграть в мяч. Лови! Оп! Лунтик, ты куда? Прости, мне еще с Милой куличики делать надо. Здравствуй, Мила. Я пришел поиграть с тобой в куличики. Здравствуй, а я башню строю. Поможешь? Хорошо. А потом слепим куличики. Мила, красивые куличи! Привет! Думаю, мы эту башню к вечеру доделаем. К вечеру? Ой, извини, Мила, я не могу играть так долго. Лунтик, что случилось? Почему ты от нас убегаешь? Вот, у меня есть список, а в нем все дела, которые я хочу сделать сегодня. Сейчас спешу на горку. Пойдемте со мной. Ну, если это для тебя так важно, тогда пошли. Простите, по списку мне надо Клаву навестить. Пойдемте со мной. Не хотим мы идти к Клаве. Вдруг она в плохом настроении. Да, лучше с горки кататься. Здравствуй, Клава. Лунтик, привет. Я рад тебя видеть. Как у тебя дела? Хорошо. Лунтик, я тебя везде ищу. Ты опять опоздал. Только теперь на ужин. Прости, мне надо спешить. Пока, Клава. Пока. Лунтик, как же ты забыл про ужин? Ты хоть все свои дела успел сделать? Успеть-то успел, но я так торопился, что ничего не доделал до конца.
Ты сказала, что список помогает, а я от него только устал. Просто ты запланировал слишком много дел. Я пишу в список только то, что успею сделать хорошо. А если вижу, что не успеваю, просто откладываю это на следующий день. Понял. Привет. Здравствуй, Лунтик. Ты опять свой список несешь? Снова хочешь все успеть? Нет, это просто список игр, которые я знаю. Выбирайте. Ой, тут есть песочный город, как мило. Здорово, тут столько игр. А играть мы будем, когда захотим. Лунтик нарисовал в списке все игры, о которых только знал, чтобы ничего не забыть.